Ильича, где-то рядом Сергеев. Кто-то из них сейчас будет, скорее всего, либо простреливать, либо бить. Тут других вариантов нет. Понятно. Сергеев. Через Робиньо удар. Гол! Гол! Ну и, кстати, ценой стыка, ценой травмы забивает этот гол Сергеев. Очень мужественно пошел в удар. Вложился, попал. Сергеев отличается. Еще становится 3-2 в пользу Динамо. Отлично разыгранный штрафной.